Украсить улицы нашего города вместо тополей могут дубы, лиственницы, клены и даже каштаны. Северодвинцы готовят масштабную озеленительную кампанию. Каждое дерево по планам организаторов акции будет именным. Тренировку инициативные жители провели накануне. Свое семейное дерево Кирилл Соболев сажает с мамой и сестрой. Пока папа на учебе, помогать в Приморский парк пришел дядя. Вместе с Соболевыми именными деревьями обзавелись еще 29 северодвинских семей. Возле них теперь красуются фамилии участников акции «Посади свое дерево». Впрочем, Кирилл своему кедру придумал другое имя. Место у дерева скамеечка. Место у дерева скамейка. А здесь лиственницу тоже именную сажают садоводы с опытом. У Юли, Виктора, Даши и Насти по всему городу своих уже 3 дерева. У нас есть куст шиповника. И вот 3-я лиственница будет. Каждый год ходим. Вот в этом году косили. Мы наблюдали, чтобы наши саженцы не скосили вместе с травой. Эти саженцы некоторое время уже росли в Северодвинске, в парке культуры и отдыха и специальном питомнике. В городе Корабелов должны прижиться, считают специалисты. Главное им помочь посадить ниже корневого кольца и окольцевать поликарбонатом. Я, допустим, семечки высаживаю, семенами, когда осенью высаживаю. Высаживаю 100 семечек, 95 всходит. Да я высаживаю на зиму. А если весной я 100 высажу, то 5 взойдет, а 95 будут ждать зимы. Кедру нужен мороз. Приживутся в Северодвинске также лиственницы, дубы, клены и даже каштаны. Именно эти обитатели могут прийти на смену тополям, считают в организации «Ясамость». Волонтеры вместе придумали целую озеленительную кампанию общегородского масштаба. И мы хотим, чтобы предложить нашему городу, всем жителям, посадить в каждой семье свое дерево и ухаживать за ним. Тогда город будет очень красивым и чистым, вот, а дети, которые садили вместе со своими родителями, уже ломать эти деревья не будут. Они будут по-другому относиться. И когда человек знает, что в этом городе есть какое-то место, которое его место, да, то он чувствует себя хозяином этого города. Посадку лиственницы кедра в Приморском парке называют всего лишь репетицией. Уже весной «Ясамость» объявит период массовой посадки деревьев. Кстати, в этот раз семьи сами оплачивали оформление саженца. Именная табличка, перчатки и поликарбонат обошлись северодвинцам всего в 200 рублей. Наталья Аскерка, Александр Осенков, Вестник Северодвинска.